видео хочу познакомить с таким онлайн-маркетплейсом, онлайн-художественной галереей для художников, как Single Art. Что-то как-то переводится как особенность. В общем, неважно. То есть это, сразу скажу, видео, это платформа только для художников настоящих, потому что здесь критерии отбора будут идти, здесь нужно подать заявочку, как бы свое портфолио представить, резюме заполнить и ждать одобрения вашей заявки. Кому интересно, оставайтесь. Дальше рассмотрим эту галерею, как подать заявку, что они предлагают для художников, как можно распространять здесь вашу работу. В общем, все нюансы маленько разберем. Давайте переведем эту страницу на понятный язык. Так. Выбирают для вас талантливых художников со всего мира. Так как у них здесь все серьезно, коллекционеры и покупатели очень серьезные. У них тут жесткий отбор, чтобы не было никаких всяких манипуляций с картинами. Здесь все серьезно. Да, здесь конкуренция большая у художников, потому что хватает по всему миру очень талантливых. Но если вы художник, рисуете, изобретаете что-то на картинах, то эта площадка может вам очень помочь распространять и продавать ваши работы по всем странам. Итак, мы не будем, как покупатель, да, знакомиться с этой платформой, а познакомимся как продавец картин своего искусства. Сейчас спущусь вниз. Вот все эти художники со всего мира. Если хотите консультацию какую-нибудь. Итак, вот, избранные художники со всего мира, бесплатная доставка по всему миру, бесплатные возвраты, безопасные платежи. Вот, художественная галерея онлайн, купить оригинальное искусство на Single Art. Это онлайн галерея современного искусства, позволяет коллекционерам и любителям искусства одинаково покупать оригинальные произведения искусства в полной безопасности от национальных признанных художников. То есть они здесь за безопасность конкретную. От абстрактных полотна, фигурации, картины, рисунки, уличные, граффити, выбор работ. Здесь только картины продаются, всякие фотографии, скульптуры, принты. Сейчас это разберем. Искусство для продажи фотографий, картин, картин, качеству и легкости. Чем покупать фотографии или картины в интернете? Вот все говорили. Читайте цифровой мир, покупка искусства. В общем, помогает художникам, да, распространять их работы на аукционах, флеш-продажах всяких престижных. И, ну, можно вот эти ссылочки, да, посмотреть, кому интересно, переходите. Что они продают? Вот, скульптуру, фотографии, рисование, работы на деревне, портреты, натюрморты, художники, коллекции. Мы перейдем на то, что они предлагают, как в качестве художника вам здесь зарегистрироваться, что для этого нужно, как подать заявочку. И можно почитать более подробно, что они предлагают для художников. Вот, страница, мне вот эта ссылочка понравилась, сейчас лайв, быстро откликнемся, лайв. То есть, вот и вы как художник, если у вас свои картины там есть, все дела, они вот, или вы коллекционер. Еще один способ открыть для себя ваше следующее любимое произведение искусства. Запланированные вот аукционы, всякие лайв, да, чат через флеш-продажи, следуйте все ваши текущие, прошлые, будущие события, подпишитесь, чтобы быть в курсе наших событий, получить эксклюзивный контент в инвентаре. То есть в режиме реального времени, да, вот, предлагают посмотреть какие-то новые картины, экспозиции для коллекционеров, запланированные даты, да, вот что прикол, вот как они могут продвигать ваши произведения искусств, картины, работы, все дела. Ну ладно, вот мы на странице продавца. Сейчас все почитаем конкретно. Присоединяйтесь к нашему сообществу уважаемых художников. Подать заявку. Но это сейчас попозже мы сделаем. Когда-нибудь мечтали о продаже в Берлине, Нью-Йорке, Токио? Single Art
представить свои работы коллекционеру во всех этих местах и многое другое. То есть вы когда здесь заявочку подтверждаете, вас утверждают, они вам помогают все размещать здесь, как сотрудничать будут ваши работы. То есть у вас портфолио, да, вы так думаю, будет свое, и вы свои работы там будете размещать. Они будут их продвигать, коллекционерам показывать. Так, ладно. Решение возможно, художник преуспеть в цифровом ландшафте. Поощрение разнообразия, обеспечение качества, доказательство того, что искусство не имеет границ. В общем, они все обязательства, ну и вообще все на себя берут. Ваша задача только пройти эту отбор, заявочку и быть классным художником. То, что не то, что вы там такой художник, тяп-ляп, пошли на работу, на завод. Вы должны быть конкретным художником, жить этим. У вас должны быть преимущественно продажи и картины, портфолио, там желательно на других площадках, на других арт-галереях, онлайн-рынках там. Ну, это в резюме надо будет указывать. Вообще, не надо что-то придумывать, всегда нужно свои данные печатать, правдивые, потому что все это будет они проверять. Если заподозрят в чем-то не том, то сразу откажут. Вы уже не сможете с вами сотрудничать. Ну, я думаю, для настоящего художника не нужно ничего придумывать. Какой есть, такой есть. Ладно. Вот что они пишут, что 4 шага, да, приблизиться к вашей первой продаже. Подать заявку, мы отбираем национальное призвание, глобальный потенциал. Ну, не надо прям таким быть, да, там, Пикассо глобальным. Ну, все равно что-то нужно иметь за собой, да, быть художником, ну, чтобы показать что-то свое. В течение одного месяца, да, они рассматривают. И говорят, в конце месяца каждого рассматривают, ответ дают. То есть в этом месяце, допустим, подали, в следующем в конце месяца рассмотрят они. Создать свой профиль, удобный интерфейс, создавать свой профиль и начинать развивать свой онлайн-портфолио. Вы будете работать с партом, с одним из наших экспертов. То есть, если вам одобрят, у вас менеджер будет как бы эксперт, который будет вам во всем помогать, управлять, подсказывать. Вас проведут по всем тонкостям, как разместить работу, где, что. Ладно, расширьте свою базу коллекционеров. Вы выставляете свою работу перед 3 миллионами новых коллекционеров в месяц. Вообще трафик бешеный. Благодаря нашим информационным бюллетеням, стратегиям цифрового маркетинга, акционному контенту и продвижению в соцсетях. В общем, на них все. И продвижение, продажу, отправка, все дела. Начать расход по упаковке, страхование всегда покрывается нами. То есть цену будете сами там все ставить, или, ну, будете со своим менеджером советоваться, как что, как продать, он, конечно, вам подскажет. Я так думаю, тут, ну, я так почитал немного, понял это так, что вы будете как-то из дома, да, все как художник отправлять, они помогают с доставкой, и все оплачивать за вас, как бы. Неважно, где вы находитесь, в какой точке мира, все. Если в рамках там, то в рамках, то может на их базу сперва отправлять, на их арт, а не оттуда отправлять. Ну, это уже с экспертом, да, с личным экспертом уже все решается. Они у вас через весь процесс проводят. Вот так вот. Такое, допустим, у вас будет, да, свой арт-портфолио, где они будут вам предоставлять коллекционеров, чтобы трафик сюда гнать. Это ваш магазин, как бы будет портфолио. Вот и на мобильном будет нормально смотреться, и на компьютерные. Вот это ваша будет арт-галерея личная. Международная видимость, ваша более 3 миллионов площадь. Вот видите, онлайн и офлайн продвижение по всему миру. Мы присутствуем на 8 ярмарках в год. На более чем 5 континентах. С вашими работами будут везде ездить. Вам вообще не нужно никуда. Они как-то вот все это делается, да. Может, они там печатают как-то ваши работы, да. Ну, не оригинальном в качестве. Просто распечатывают и выставляют их, кого заинтересовалось. Там уже с вами как-то связываются. И вы уже отправляете работу, если покупатель какой-то коллекционер захотел купить. Вам звонят, также вы можете, также на ваше портфолио может любой коллекционер перейти, заказать у вас какую-то работу, если вам понравится. В общем, полноценная работа, хороший трафик.
большие деньги, я тут думаю. Сейчас посмотрим тут примеры работ, сколько они стоят. Я видел, там нормальные стоят они. Полная автономия, у вас будет свобода создавать самопроизвольные свои собственные цены. У вас будет доступ к удобно. У вас будет доступ к удобным инструментам для управления портфолио. Мы никогда не будем требовать эксклюзивности, поддержка. В общем, у вас все будет как надо. Вот такой листинг, да? Вот. Эксклюзивные услуги для талантливых художников. Наш интернет-журнал художественный блог. Можно собрали его части. Вот это все можно почитать для художников. Главный вопрос о художниках, да, какие ваши критерии отбора. Мы отбираем художников с национальным призванием, глобальным потенциалом. Самое главное, мы ищем штатных профессиональных художников, которые имеют стоящую карьеру, постоянно участвуют в различных национальных международных выставках. Ну, то есть, прям там глобальным надо быть, а жить этим, да, быть настоящим художником, который, ну, занимается, продает свои картины, может даже плюсом будет, да, вот как они на выставках всяких, да, участвуют, там, может, вы где-то распространяете еще свои картины, там, не только онлайн, но и офлайн. Ну, в общем, чем больше преимуществ с вашей стороны как художника, тем лучше, более одобрение заявки. Мы ищем наши участие лауреаты. Ну, это слишком завышено звучит, ну, желательно, да, быть лауреатом. Здесь и лауреаты, да, всякие продают, сотрудничают. Ну, я про простых, да, художников говорю, не прям таких лауреатов. Может, кто-то и будет видео смотреть, как лауреат, ну, навряд ли. Ладно, аукционные продажи. Тут, ну, то есть, ваши картины могут, ну, с вашим уже менеджером будете советоваться, поставили за такую цену, как на аукционе будет повышаться. Ладно, это другая уже тема. Главное, заявку одобрить, если вы как художник интересуетесь темой, где продавать свои работы за границу. Так, да. Сколько времени получится? Можем с другими, да. То есть вы свои работы имеете право везде продавать, не только у них. Вы принимаете. Мы принимаем типа, картины, работы на бумаге и скульптуры являются одним из самых популярных, которые у нас есть. Однако обратите внимание, что скульптуры, короче, из стекла или керамики больше пока не принимаются из-за нарушения хрупкой природы. Раньше они, видать, принимали, но если вы рядом с ними живете, можете им собственноручно принести, тогда они примут, мне кажется. А так с перевозками они не хотят сотрудничать, пока не принимают. Должен я сам организую. Нет, видите, наша специальность, как вам позаботить процесс доставки, включая административные процедуры связи с доходными компаниями, все, в общем, все на них. Такие способы оплаты, да, ну, PayPal у всех, я думаю, есть, может, да и Visa, MasterCard. Ладно. Вот, я так, вкратце, по-быстренькому прошелся, почитал, и вот сейчас хочу, вот, перейдем подать заявочку. Но я уже, нас перебрасывает сюда. Вот что они пишут, да? Вот она, страница заявочки. Пожалуйста, дополните свою заявку как можно более подробно и точно. Наиболее полное приложение будет иметь наилучший шанс быть выбранным, да? Я сейчас не буду кнопку нажимать, я пропущу это. Я уже дошел до пятой строки. Ну, то, что здесь будет высвечиваться имя, мою фамилию, там, e-mail, телефон, да, вот первая там страница имя, вторая фамилия, третья e-mail, там, телефон, пятая, ваше проживание, и пошли дальше, окей, там, такой язык вам, да, предпочтительный, английский, ну, я тут уже баловался, заполнял художник или на полную, я написал, да, если это так, вот, знаете, нам надо было это написать, что нет, да. Ну, если да, ну, в основном, желательно, да, чтобы у вас было портфолио свое, ставили ссылочку какую-нибудь. Все, так прошло. Ну, я так фонарно заполняю, я не художник, я не буду отправлять, например, сайт или художника. Нет, больше не будем. Так. Представьте нам полный резюме осмотр. Ну, в общем, здесь... То есть резюме можно по ссылке, да, я хотел бы это по ссылке или вручную.
да? Ну, нету. Ну, тут можно, наверное, портфолио или резюме, да, какое-то создать на каком-нибудь сайте портфолио и отправить. Или вручную, да, проще написать. Так. Вы можете написать здесь свое резюме худое, например, какие ваши самые важные выставки, награды, призы, да? Я так фонарно здесь сделаю. Так. Какой ваш основной медиум? Ну, то есть, то, что вы делаете. Картины или фотографии. Давайте переведем. Покраску, фотографии, рисование. Пусть будет рисование. Продаж для вашего произведения искусства. Вот так, да. Сколько вы продали за последние 12 месяцев? Работа. Давайте. 16. Каждый месяц. Давайте 3. Не, 2 типа. Ну и так, играюсь, можно сказать. Не стесняюсь, играю свою рыску. 85% заполнили. Окей, нормально. Извините, что-то не сработало. Обновите страницу. Ну и да, где-то что-то я скосячил, и вот система мне оборвала. Ладно, я так фонарно показал. Всем, кто хочет серьезно отправить заявочку, то вперед. Я не буду до конца это заполнять в этом видео. Вот, я, моя задача была так маленько обзор снять, познакомить с этой площадкой. Может, художники настоящие ищут платформы, как продавать за рубеж, где выставлять свои картины. Вот отличная возможность присоединиться к этой площадке, к этому онлайн-маркетплейсу. Ладно, я буду заканчивать это видео. Пишите свои комментарии, оценивайте это видео. Всем желаю удачных онлайн-продаж. Стремитесь к лучшему. Всего доброго. До свидания.